вот эта Тверская площадь. Вон там рамки, которые пропускали на праздник независимости. Продолжаем движение. Мы, конечно, ЛГБТ не консультируем. А вы не подскажете, нужно вообще с праздника уходить или только из этой зоны? Уважаемые, я вам сейчас ничего не могу сказать, так как я не владею никакой информацией. Информация поступает такая, что здесь находиться нельзя, поэтому вас вытесняют. Нет, я имею в виду, можно на праздник уйти туда, в ту зону? Я предполагаю, что можно. Здесь пока нельзя. Все, я понял, спасибо. А?